приветствую, мои дорогие и, надеюсь, постоянные зрители. Хотите узнать о последних новинках проката? Тогда приглашаю вас вместе со мной прокатиться по волнам киноискусства. Держитесь крепче. Поехали! Наша первая остановка – остров мелодрам, который придется по вкусам, чувственным и сентиментальным особам. Передай мистеру Роутону. Не сердись, но это я хотел тебя видеть. Да, но... Это я ее написал. А ты с кем-нибудь встречаешься? У меня еще не было парня. А у тебя наверняка были романы. Нет. Он мне нравится. Фильм «Первая любовь» одним своим названием навевает бабочек в животе и воспоминания о юности. В центре картины, как можно догадаться, влюбленная пара школьников. Романтичное знакомство, робкие прикосновения и типичный тинейджерский юмор внезапно перетекают в настоящую драму. Идиллию нарушает предстоящее поступление в колледж. Выдержит ли пара испытания на прочность, увидите в кинозале. Осторожно, переживания главных героев могут вызвать слезопад. На всякий случай захватите платочек. Хотите чего побрутальнее, чтобы настоящие мужские драки да крепкие словечки? Легко. В жизни единственный способ защитить тебя – это драться. Британская драма-биография «Боец. Король ринга» – это кино о сложной судьбе, карьере легендарного профессионального боксера Джима Белчера. На экране Бристоль 18 века – эпицентр зарождения кровавого и беспощадного спорта. Какие там перчатки и защита? На первый взгляд, мужики просто, что есть мочи, бьют друг другу лица. Но уже тогда была важна тактика, техника и воля к победе. Особый респект костюмерам – отлично передали стиль того времени. А как играет Рассел Кроу, определенно стоит посмотреть. При просмотре этой картины можно от души похохотать. Ведь смех, как известно, продлевает жизнь. Сори, мистер, где багаж из России выдают? Russian чемоданс. Сейчас, завтра утром в ЗАГС, потом сразу самолет на Бали. Только ты и я. На краю света. А смеяться будем над российской комедией «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли. В фильме она играет этакую простушку Таню Бабанину из Подмосковья, которая работает пекарем. И вроде бы в ее жизни все на мази, девушка выходит замуж, упорно идет к своей мечте, собственному кафе. Но в раз все рушится. Мерзавец муж изменяет сразу после свадьбы. С психу Таня напивается в стельку, а протрезвев понимает, что нашла приключение на пятую точку. Денег нет, документов тоже, зато есть вокруг роскошные пляжи Шри-Ланки и три каких-то непонятных мужика. В общем, наслаждайтесь весельем от отечественного кинопрома. Что ж, запасом фильмов на выходные я вас обеспечила. Желаю отдохнуть волю. С вами была Света Данилова. Чао!